быть закрыта. Да, даже некоторые есть преимущества от того, что уже не полнолуние. Кратеры более ярко выглядят на обрезе Луны. Вот они, облачка. Какие-то пятна туберкулезные на Луне. Трупные, трупные пятна. Ну все, закрывают нам облака Луну. Ну, в общем-то, и на том спасибо. В январе такая видимость — это редкость. Ужасный крокодил наше солнце проглотил. Третье января 2018 год. Харьков, 19:48 по Киеву.